Дорогие друзья, сегодня мы открываем нашу вторую конференцию общественных организаций дружбы. И я рада сказать вам и поприветствовать всех членов общественных организаций, наших кондопольских, петрозаводских и тех, которые приехали из-за рубежа с участием в этой конференции. Дорогие друзья, я рад приветствовать всех на нашей кондопольской земле. Я очень рад, что эта конференция состоялась. Мы очень долго работали совместно с Ольгой Борисовной и со всеми участниками данной конференции для того, чтобы этот праздник, я называю его праздник, состоялся, и дружба между всеми нашими народами и Швейцарией, и Финляндией, и Эстонией, и другими государствами, считаю, что она должна быть, потому что мир сейчас в таком состоянии, что мы коммуницируем, и коммуницируем очень быстро. Мы общаемся через интернет, через телефон, мы видим друг друга по видеосвязи и можем в любое время созвониться с другим человеком на другом конце. И когда мы обмениваемся между собой, мы укрепляем тем самым свои отношения и развиваемся. Поэтому я всем желаю приятно провести это время, узнать что-то новое, набраться опытом, поставить задачи, планы и стремиться к улучшению своей жизни. Спасибо. Уважаемые участники второй международной конференции общественных организаций дружбы, культурно-гуманитарный диалог и сотрудничество. От имени администрации кондопольского городского поселения и от себя лично позвольте поприветствовать вас на кондопольской земле, открытой для диалога по актуальным проблемам культурного сотрудничества, по вопросам сохранения традиций, самобытной культуры, языков и территории. Яркий пример партнерских связей дружба кондопольской организации «Общество дружбы Кондопога Херлиберг» и объединение «Друзья Кондопоги» из швейцарского города Херлиберг, которое продолжается уже 20 лет. За эти годы в Кондопоге реализовано много совместных культурных, гуманитарных и социальных проектов. Некоторые продолжают сегодня активно развиваться в виде самостоятельных объединений и клубов. Мы гордимся тем, что с помощью общественных организаций дружбы в нашем городе развивается народная дипломатия, ширится культурный диалог. Ведь культура – это основа мирного диалога, который ведет к взаимопониманию и сотрудничеству между народами. Желаю всем участникам конференции интересного и полезного общения и в добрый путь. Дорогие друзья, я рада всех приветствовать и прежде всего передать приветствие от исполняющего обязанности главы Республики Карелия и от его заместителя, который является председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Но особое приветствие сегодня меня уполномочили сделать Министерство иностранных дел России. Управления по связям с регионами и общественными организациями. Я им сообщила, что еду к вам на такое интересное, важное культурно-гуманитарное мероприятие. Чему они были очень рады, говорит Лиляна Павловна, мы очень рады, что у вас в Карелии продолжается эта работа. И если вы не против, мы бы хотели вместе с Карелией провести большую международную научно-практическую конференцию по культурно-гуманитарному взаимодействию. Я думаю, это все вовремя происходит. И то, что именно в Карелии идет это мероприятие, конечно, это особо. Добрый день всем. Рада приветствовать всех в этом уютном зале. Надеюсь, что наше совместное общение в течение двух дней подарит нам много-много приятных впечатлений. И говоря о совместной работе общества дружбы Кондопога Херлиберг, я хочу сказать, что этим дружеским отношениям 20 лет. И уже не буду повторяться, что с
социальных проектах, о которых говорил сейчас Валерий Иванович, их действительно было много. Если точнее сказать, то почти 120. И как раз вот такого рода совместная работа, она и объединила нас. И мы благодарны нашим друзьям, что они с пониманием относятся к нашим проблемам и помогают решать некоторые наши проблемы, и вносят свои предложения. И, например, один из проектов, который вот сейчас готовится к работе, это проект работы со школьниками по профилактике стоматологической помощи детям, чтобы были здоровы их зубы. И наши школьники в этом проекте будут активно участвовать. А спонсорскую помощь нам окажут в этом наши друзья из Швейцарии. Так вот, та выставка, которая представлена в вестибюле, она отражает нашу совместную работу. И самые первые фотографии, они относятся еще к далекому 1995 году, когда впервые в Кондопогу приехали наши швейцарские друзья. И такие встречи, они достаточно регулярны. И мы всегда рады видеть в нашем городе наших друзей. Всем приятных впечатлений! Здесь мы не случайно, потому что наш клуб участвовал в ряде проектов общества дружбы Кондопога Кёльберг, из которых основным это была постройка лодки копии новгородской соймы «Святая Ольга», благодаря которому наш клуб получил базовое учебное судно для морской подготовки. И сейчас мы представим короткую программу, посвященную 18-му столетию. Она будет слегка интерактивной, и поэтому к вам просьба, участвуйте. Карин!
Я очень рада, что наша идея с Ольгой Борисовной по проведению первой международной конференции оказалась так востребована, и мы помогаем в партнерстве уже вторую международную конференцию, и сегодня уже с Ульяной Павловной говорили о том, что и третья конференция, может быть, будет в скором времени, потому что тема эта очень важная. И, наверное, хочу сказать о своем одном впечатлении, которое было лет 5 назад. Я случайно шла по Москве и увидела Россотрудничество. Зашла познакомиться и говорю: «Вы представляю Общество дружбы Карелии». На меня очень удивленно посмотрели и сказали: «А что, разве в России у нас еще есть Общество дружбы?» Я говорю: «Да, у нас в Карелии Общество дружбы есть, их тогда было 13 в Петрозаводске, плюс в районах». Я говорю: «И мы еще очень активно живем, работаем, сотрудничаем». И они сказали: «Какие вы молодцы, какие мы все молодцы, давайте поаплодируем».